На календаре 7 ноября, но день скорее октябрьский. И не просто день, а день праздничный. День Великой Октябрьской социалистической революции, который по-прежнему празднуется в Беларуси. Добро пожаловать в Минск. И именно поэтому матч между Минским «Динамо» и Салаватом Юлаевым начинается на 2 часа раньше. Всем память Константина Кольцова минутой молчания. Получится. Хэмилтон начинает атаку Минского «Динамо». Передача на Горбунова. Ее перекрывает на возврате Александр Шаров. И все равно доводит дело до броска минчане. 44-19 они перебросали «Витязь». 46-24 в игре против «Торпедо». Ну и 42 броска. Матч провел. Сегодня у него пауза. Егор Вельмакин. Шестая игра и пока без побед. Самонов. Четкий первый номер у Уфы. И сейчас ему приходится очень часто вступать в игру. Сильная передача Панина. Перехват, Волков, бросок. Сильная передача Панина. Перехват, Волков, бросок. И Самонов отбивает эту шайбу. Отличное спасение. Сразу поддержка минских трибун. Хэмилтон пошел вперед. И остался один. Смена идет в Йоуле. 8 очков набрал Брэди Лайл. И только на четвертой строчке Николя Милош. Опасный момент у ворот Самонова. Добить не получается. Шелдон Рэмпл в ответной атаке. Дает по тормозам. И бросает сам. Вельмакин отбил перед собой. Шаров пытается добить. И только сейчас Вельмакин накрывает шайбу. Два чем-то похожих момента мы только что посмотрели возле ворот обеих команд. Дальние броски и попытки сыграть на добивание. Но добивание не последовало, как в случае после броска Лайла. Самонов в игру так и не вступил. Шайба отскочила от Ильи Усова. Добить не удалось, потому что сразу 4 игрока Салавата было на своем пятаке. И в ответной атаке в американской карьере здесь в КХЛ. Но опять же Вельмакин с первым броском справился. Момент у Салавата. Еще один бросок. Добивание. И опять Вельмакин в игре. И опять с первым броском он справился, но подарил шанс. Шанс подарил, но с другой стороны здесь расстояние до вратаря было небольшим. И в итоге Егор Сучков попал во вратаря повторным броском. Пространство у Сучкова... Динамо для того, чтобы поменять хотя бы часть игроков. Хмелевский старается побыстрее вернуть игру в зону соперника. Передача. Ливо. Бросок. Вельмакин фиксирует эту шайбу и дает такую нужную паузу своей команде. Липский шайбу подхватил, поглядывает на синюю линию, но не рискует и отдает классный пас под бросок своему партнеру. Это Брэди Лайл. Вот где он оказался у чужих ворот. Атакующих защитников в составе Минского «Динамо» тоже хватает. Лайл один из главных атакующих. Сулыгин какую передачу получает, бросает и забивает. Салават Юлаев выходит вперед. 1-0. Сулыгин для того, чтобы принять шайбу, замахнуться, бросить. А Нейтан Тотт, своевременно уйдя с линии броска, подставил клюшку. И с таким рикошетом вратарю справиться, ну, в большинстве случаев невозможно. Ярослав Сулыгин запишет себе в актив результативную передачу. Также второе очко для него в сезоне будет. Но... Just one little mistake. I think we just gotta keep playing the same way and put traffic in front of the net, and a good thing will happen. Да, и наша ошибка стоила пропущенной шайбы, но надо продолжать играть в том же духе, создавать больше трафика перед воротами, и тогда, уверен, все будет хорошо. Просто воротам нет. Тройка Пименова на льду у уфимцев. Розыгрыш «Динамо», бросок Борикова, опаснейшая ситуация. Самонов перемещался на щитках. Шайба у «Динамо», длинная передача, которая на этот раз прошла. Организуется выход 3 в 2. Энос на дальнюю штангу отдавал Волкову. А вот это гол! Пинчук! Пинчук! И эти овации в его честь. 1-1. Ну, попадает в блок, первым оказывается на подборе. И с лицевой линии поперек делает пас. Пинчук своевременно открылся на дальнюю штангу. Александр Волков увез за собой защитника. Ну и в итоге один-одинешный Пинчук на пятаке подставляет клюшку и с близкого расстояния переигрывает Александра Самонова.
Дальше Науменко вступает в игру. Перехват Минского «Динамо». Еще один опаснейший момент. Самонов опускается на щитки. Шайба уходит за его ворота. Горбунов бьет клюшкой о лед. Видимо, возмущается судейским решением. Опять нет. Удалил его. Ближний тоже шайбу обработать не сумел. Волков. Бросок над перекладиной пролетает. Шайба опускается и оказывается в воротах. Сергея Варлова. Да, бросок точно не получился. Но вот в этой ситуации Александр Самонов потерял шайбу из виду. И вратари в таких ситуациях обычно, когда шайбу теряют, стараются перекрыть верх. То есть облокачиваются на перекладину ворот, выставляют руки, чтобы шайба за шиворот, что называется, не залетела. Но Самонов продолжил находиться в стойке. В ворота скатиться не успел. И шайба, отскочив от стекла, попала ему в спину. И закатилась в ворота. Уменкову и бросок. Этот до ворот не доходит. Снова 3 в 2. Атакуют минчане. Горбунов налево. Дюбе. Под бросок защитнику. И Самонов очень уверенно фиксирует шайбу. Здесь уже не за счет длинной передачи, а за счет того, что у нас... Нанести этот бросок. Алалыкин. Хмелевский. 3 в 2. Хмелевский. Пауза. Сильный бросок. Гол! По воротам. Еще раз смотрим. Неудачное начало атаки. Неудачно минчане, точнее, вышли из своей зоны. Быстрый пас Василевского и выход 3 в 2. И вот здесь, обратите внимание, Алалыкин поехал в центр. Ливо поехал на правый фланг. И вот здесь Алалыкин подбил клюшку Брэди Лайло. Хмелевский прицелился в дальний угол. Возможно, бросок не проходил, потому что на линии броска находился как раз 33-й номер Минского «Динамо». И резкий кистевой бросок над плечом. Минцев и минская команда вынуждена ждать в своей зоне. Пас в центр. Под бросок Сучков не попадает в створ. Немного помешала клюшка соперника. Алалыкин. Направо отдает. Подскочила шайба. Хафизулин уже. Ливо. Пауза. Заброс через борт. И тут уже скорость нужна Алалыкину. Вельмакин накрывает шайбу. Алалыкин отставать не будет. И обеспечит вбрасывание в зоне атаки своей команде. Интересное и непопулярное решение принимает. Отличная обводка. Горбунов остается за спиной. Бросает Хмелевский низом. Я думаю, хорошо, что ровно сейчас. Ну, конечно, отдали чуть-чуть им игру. Особенно длинная смена. Нужно, ну, тяжело, когда второй период идет. Нам надо покороче, чтобы все могут быстро играть. Поддавливает Хафизулина. Судью задело, и не зря бежал Дюбе. Момент у Минского «Динамо». Горбунов. Прострел, отскок непредсказуемый. Хенкель. Замах великолепный. Бросок идет прямо во вратаря. На линию броска успел опуститься защитник. Уэлле отдал направо. Хороший пас в среднюю зону на Криса Тирни. Подкидка направо и бросок. Самонов останавливает игру. Панин вел борьбу с Волковым. Отскока не последовало. Панин уступает шайбу. Мороз. Передача на пятак прошла. Самонов задевает эту шайбу. Пытается добить Бориков. Щипачев падает на вратаря. Самонов не может подняться. Игра остановлена. Зафиксировано нарушение правил в этом эпизоде. Но вот она, шайба. Она за ленточку так и не прошла. Свою команду, с этой задачей он справился. В меньшинстве атакует Рэмпл. Обводит, проходит к воротам, но не забивает. Это было ярко. Но по удалению Панина все очевидно вроде, да, Шипачев не контролировал шайбу. Она была рядом, но контроля не было никакого. И первый выскочил Панин с скамейки штрафников. Можно убежать 3 в 1. Рэмпл катит к воротам, бросает. Вельмакин накрывает шайбу. Рэмпл упал. Вельмакин вообще хотел игру продолжить, но уже прозвучал свисток. 3 в 1 атака получилась у Салават Юлаева в тот момент, когда на льду появился Григорий Панин. И он сразу же, недолго думая, делает... Тот выбирался сам на пятак. Хмелевский. Ливо. А рядом есть партнер. Ливо делает все сам, но шайба проходит дальше за лицевую. Тот упал, посмотрел на судью. Ливо упал, да? Посмотрел на судью, посчитав, что были нарушены правила. Шайбу Джошуа Ливо и довел дело до броска. Уэлле набрасывает на ворота. Самонов шайбу зафиксировал. Игра остановлена. Никита Пышкайло рано уехал с линии броска. Самонов все прекрасно видит. Высматривает передачу, но понимает, что скорее всего не пройдет. Вот тут можно оставить шайбу Энесу. Энес открывается коридор к воротам. Проход, бросок и нарушение правил против Сэма Энеса. Подножка зафиксирована. И за вот это действие партнеры Энеса благодарят. Продолжается атака Минского «Динамо».
Бросок Шипачева, небольшой рикошет от Пинчука и накрывает шайбу Александр Самонов. Самонов здорово действовал во время этой атаки минского «Динамо», потому что Пинчук постоянно... Джош Ливо теперь катнул шайбу вперед. Подобрал, катит неторопливо и забивает. И забивает Джош Ливо. Почти стихи получаются. Очень забивает. Забивает великолепным броском. Просто прошивает вратаря. И 1-1 в этой серии. Когда вратарь играет так высоко, как Александр Сайт, и сравнивает счет в этой буллитной серии. Шаров. Пауза. И вот то, что хотел сделать Сучков, делает Шаров. Между щитков направляет эту шайбу. 2-1. Салават Юлаев выходит вперед. Джордан Гросс, еще один защитник в этой буллитной серии. Судьба матча в его руках. И он забивает между щитков. 2-2. Такой плотный бросок Джордан Гросс нанес. И в итоге со второй попытки в этом сезоне он все-таки забивает свой буллит. Посмотрим, что сейчас покажет. Тоже бросает и тоже забивает. Под щитком проходит эта шайба. Под опорную ногу бросил. То есть, если в первом эпизоде... Очередность поменялась. И вот теперь судьба встречи в руках Джоша Лива. Он бросает, попадает в щиток вратарю. Шайба не проходит дальше. Вельмакин празднует эту победу. Ой-ой-ой. Аккуратнее, Андрей Тихомиров. Береги своего коллегу. Кореев уже травмирован. Да, да, да. Но при этом радости очень много сегодня на трибунах Минской арены. Ликуют трибуны, ликуют игроки Минского «Динамо». Huge game for us, you know. I think, you know, we've been fighting it a little, and to get a big win against a good team in the other conference, it just feels great to come out on top. Очень важная и большая победа для нас. Мы все единым коллективом боролись, старались. И эта победа, причем над сильным соперником, это важно для уверенности. Так что все рады. Хорошая победа.